бы наше жалеть спасения, укрепи смерть Христов, истинный Бог наш, молитве Пречистая Твоя Мать и всех святых. Помилуй ты, спасет нас, яко благ, и человека любит. Дорогие юные друзья, 2000 лет назад Христос Бог ходил в Иерусалим. Сидя на молодом осле, его встречали люди, его встречали дети, держа в руках зеленые пальмовые ветви. Понятно, что пальмовая ветвь, зеленая, является символом жизни. У нас в России этот праздник называется Чудесное воскресенье, потому что у нас в наших климатических условиях после длительной зимы в почках деревьев в эти весенние дни распускаются вербы. И мы сегодня будем держать в руках и вербы, и пальмовые ветви, и будет у нас постник, но почти настоящий. Будем встречать Господа, потому что Господь незримо пребывает вместе с нами, пребывает в своей церкви. Идем к месту постника.